привет всем подписчикам и зрителям моего канала. Приехали сегодня со Снежаной. Вы долго ее ждали в роликах. Сегодня у нас видео будет не про рыбалку, как вы поняли. Сегодня мы будем убирать наши берега. Очищать вот этот вот весь мусор, который оставляют взрослые люди. Как-нибудь очистим. Которые оставляют взрослые люди. Будем убирать за ними и потом... Еще, как вы поняли, по заставке будем ставить таблички, которые сделали нам. Помог один дядя хороший очень с табличками. Вот. Ну, попозже расскажу. Расскажу попозже про таблички и вообще покажусь. Курение убивает не только здоровье, оно убивает природу, по-моему. Очистили берег. Снежана граблями вон. Смотрите, как чистенько стало на бережку. Я думаю, скоро опять наши люди все загрязнят своим присутствием. Тут вот, видите, уже прям чистота. Вот тут пока что у нас идет в процессе. Немножко подубрали. Главное то, что мусора нету. Не главное то, что сгребем. Потому что тут уже ветки, я думаю, не сильно мешают. Вы все учились в школе, кто-то даже и сейчас учится там. Думаю, для всех будет полезная информация о онлайн-школе интернет-урок. Это школа, в которой вам не придется ходить,
так как иногда бывают случаи, что ребенка унижают в школе, из-за этого он не хочет туда ходить, или же нет возможности ездить в школу, так как она находится далеко. И в этой школе онлайн вы можете еще что-то новое для себя найти. И при регистрации получаете пробную неделю бесплатно. Так, кому интересна эта информация, я оставлю ссылочку в описании. Поехали, ребят, еще на одно место. Оно вам знакомо. Сейчас будем тут прибираться. Тут, конечно, немного почище, но все равно есть излишества, которые нужно убрать. Надеюсь, хоть кому-нибудь будет стыдно за то, что дети убираются за взрослыми людьми. Ребят, в принципе, стало почище, мы убрали весь такой мусор основной. Конечно, не будем тут прям все граблить, вот это, я думаю, это будет бесполезно. Главное убрать мусор, который валялся тут на берегу, чтобы хоть не было вот этих всех пакетов, а лишь какие-то палочки. Ну, у нас опять там, не знаю, 3-4 пакета получилось. Сейчас будем ставить табличку и ехать домой. Да, конечно, устали, выехали где-то. 3 часа уже убираем. Вот. У меня спина отсталась. Отсталась? Отломалась. На первом месте прям очень сильно убирали, потому что там грязь. Она самая часто туда отдыхать съездит даже, не только рыбу ловить. Да, там прям неимоверная грязь, и нам пришлось там досконально все прибирать, граблить. Мы, конечно, не все показали, что убрали, но... Вот. Такие вот дела. А мы погнали ставить табличку. Приехали на въезд в наш, так сказать, водохранилище. Тут у нас отдыхают, там турбазы есть. Вот знак. Там вон дальше идут домики. Мы решили тут поставить, потому что тут тоже много людей. И то есть люди приезжают тут как отдыхать, купаться, мусорить, вот это все. Так и на рыбалку я видела то, что сюда приезжают. Поэтому я думаю, эта табличка будет... как раз сюда, потому что одну на нашей речке мы поставили, я думаю, этого достаточно будет. Сейчас, в общем, рядом вот тут так? Где-то поставим. Да-да-да. К дороге вот так надо? Нет, погоди. Да, вот так. Можешь даже повернуть. Ну ладно. Хорошо пошла. Ну, конечно, это песок, это не то, что откапывать. Такие вот таблички. Не снимай мое лицо, пожалуйста. Я не снимаю, сделали. А ногти. Прям классные таблички. Как-то, знаете, в один момент решили, думали, сделаем такую тему. То, что сами все... думали, сделаем. Да. А потом нам предложили сделать прям красиво. Ну да, красиво. Отбила? Чуть-чуть. Да ладно, бей. Ну, потихоньку бей. Вот, нам предложили потом сделать, чтобы выглядело как бы... Мой папа нас высмеял. Чтобы выглядело более-менее, а не так, как мы... Может, как мы собирались, а у тебя маркер есть? Ну, найди какую-нибудь доску. Поэтому это намного лучше.
на память тебе.